Кстати, браком или предстречным чего-то. Тетя мои сладенькие, ты что ты требуешь? Водички нету, да. Нету водички, моя куколка родная. Да. Попите на кофе. Нету водички. Никто ей не налил водички. Иди сюда, моя сладкая. Иди сюда, моя хорошая девочка. Ну, 30 градусов это хорошо, тепло. Вот поедете туда, в те края, он сказал, поедете. Я говорю, в Индию поедете, ну, в те края, говорит. Молодец. Тоже ветер шоколад-то подъехали, нет? Банка-то пустая, да? Надо брать тогда ее со стола. Так. Ну что, я даже этот, как его, бульон не ела. Надо было бульона поесть. Чай выпить, что ли? Сейчас я чай-то поставил. Вот видишь, когда мало наливаем, вот это... У нашей Валентины, этой Сергеевны, вот это отвалилось. Потому что не может быть и у нас. Видишь, уже черное здесь делалось. Потому что нужно вот до сюда наливать чай. Понял? Посмотри. Я понял. Вот до сюда, чтобы вышло вот этого закаточного. Иначе все он... У меня уже сколько он служит. Я вот тогда его купила за 12 рублей вроде бы. Это было давно. Тогда в магазинах ничего не было. А сейчас есть. Да денег нет таких. Еще мы голодом не сидели. Это у меня все было. Нам заказы давали. Это на работе это разные финские колбасы. Я все, как говорится, приносила. И селедку там, и какие-то продукты, все. Мясо продавалось, можно было купить в магазине. Документалка ваша. 24 док. Thank you.
ничего, вот это тоже две вилки положил сюда. Вот это весь томат съел, да? Ага. Видишь, это я эти моющие обои, да, вот протёк. Ага. Видел, какая тряпка? Значит, да. Значит, можно их просто взять и потереть вот так. Значит, тут ничего, но вот тут-то очень грязно. Выглядывать-то. Ну что ты, моя хорошая? Ты что, кушать что ли хочешь? А? Ты кушеньки хочешь? Давай тебе бульончика налью, моя маленькая девочка. Ой, как-то не сожгла себе. Иди, моя хорошая. Как она чмокает.